комбайнеры-трактористы выехали пахать 15 апреля, блядь. Не знаю. Сейчас будем настраивать. Так у тебя даже, смотри, колесо-то нам тонет. Чуть назад давай. Сыро, вон пластилин нам. Меняли вроде, да? Куда ты поднимаешь-то? Опускай. Ага, еще. Вот так. Все, все, все. Вроде все делали нам. Блокировку ему нахуй. И этот. Видишь, закапывается. Чуть приподними, не поставь на плавающую. Попробуй. Опусти на плавающую, попробуй. Будешь зарываться, приподними, потом опустишь. Посмотрим в общем. Где-нибудь на столба, если сможешь, и развернешься там. Больше и не надо, на. Опять на шестой. Колеса вывез. Мне ж говорят, пятую. Да, вон. Хрен поймешь, что. Сильно-то не крути, попробуй, на. Игорь, он вставать начинает и пахать перестает. Ты скорости ему давай. Встает.
А, он на плавающий, знаешь, глубоко снова, что ли? Сейчас глубоко стал. И опять первый нахуй заваливает. Давай еще выше подымем, глубоко идет. Че ты хочешь, еще вывернуть? Хватит, крутишь много. А колесико опустить. Так выпрямился сам, но, да? Лемех не стали менять, но. Давай так попробуем. Смотри, самое главное, чтобы он не раскрутился. Но. Пятое, на шестое, на. Или не, ни хрена. Ах, хорошо идет. Еще чуть поднять бы, да? Глубину я имею в виду, Вадим. Хочу на этот сенаж засеять овсом. Ладно.